сделали ремонт коллектора. А вот там просто дом Рылеева 9. Там у людей затопило подвал, там затопили огороды, авария, кондиционные воды. Проедем, посмотрим. Посмотрим. Да, с чем? Вы не знаете, с чем там можно посмотреть? Они сказали, в аварийную службу обращались, но... А сейчас подъедут. А часа два назад, наверное, уже обращались. Ну, не может так долго. Вот два часа назад человек звонил, был затоплен подвал, был затоплены грядки. Я думаю, еще раз говорю, сейчас поедем, посмотрим.